Начиная с 13 сентября 2021 года, в Кыргызстане запустили в тестовом режиме электронное приложение, которое позволяет гражданам Кыргызстана предоставлять сотрудникам МВД цифровое водительское удостоверение, вместе со свидетельством о регистрации транспортного средства. Как сотрудники ГАИ реагируют на такое нововведение? Дома можем оставить и по телефону показывать, что ли? Можете, наверное. Нет, я вот могу. Нет, такой нет. Ну я могу. Нет. В свое главное управление позвоните, узнайте. Как это? В ГУБД позвоните, узнайте. И что вы узнаете? Вот, что есть у такого человека и права, и регистрационное удостоверение. Документ покажите. Пожалуйста. Вот, пожалуйста. А телефону не поедет? При наличии, у вас при наличии мне нужно. Звоните вот 102 и ГУБД. Не звоните. Вот я вам удостоверение покажу. Документы покажи. Пожалуйста. Мы на... серьезно? Это же... Бұндай жоқ қу телефон менен ме? Анда сайын кыргызсан. Он кыргызча не понимает. Вот. Не, если у вас при наличии нету, тогда на сайын... Не, это может быть вы просто не в курсе, еще у вас не ногу надо идти. В ногу. Документы покажите. Вот. Вот, вот. Все, на стоянку заезжайте. На каком основании? У вас документы нету. Вот они, электронные. Нет, электронные не пойдет. Как не пойдет? Знаете про электронные? Еще не ввели, не ввели еще. Ошибаюсь. Ну вот это я же не сам сделал. Зачем нам еще? Это же в паспортном столе делается. Это же в паспортном столе делается. Где? Вот, вот это. Здесь я. В ЦОНе. Там еще такого указания не было еще. Если было бы что, без проблем. Если было бы что, спрашивай. И некогда спорить. Некогда если спорить. Есть. Ладно, в следующий есть, раз. Покажи что-то. Без проблем. На транспорт. Здравствуйте, как поживаете? Здравствуйте. Вот прошла среднюю мероприятие. Так, давайте посмотрим. Сейчас у нас в районе рост ДТП. Угу. И ночью, знаете, все это отключается. Перед тем, как нам ночью выехать, пары на устранить, чтобы все горели. Так, давайте, пока что. Есть. И право. Все, вытащили пути.